Жители Вирджинии Бич, штат Виргиния, почтили память погибших в результате стрельбы в здании муниципалитета. Жертвами разыгравшейся в пятницу трагедии стали 12 человек. 11 из них были сотрудниками мэрии. Злоумышленником оказался Дюэйн Крэдок, работавший на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг. В перестрелке с полицией Крэдок получил ранение и скончался. Хороший, спокойный парень. Так описал Крэдока сослуживец Джозеф Скотт. Не было в этом человеке ничего такого особенного, ничего. Мы пересеклись на работе в туалете. Он зубы чистил, как всегда, после еды. Я спросил его, есть ли планы на выходные, как дела. Он и мне задал тот же вопрос. Потом ушел. Мне повезло, что я отправился домой. И, так сказать, оглядываясь назад, ничего не замечали, что с ним что-то не так? Спрашивает репортер. Никаких признаков. Сейчас я думаю о том, что очень хотел бы что-то увидеть в нем, чтобы помочь. Полиция не комментирует мотивы преступления. Между тем, по данным ряда СМИ, Крэдока якобы уволили, и он решил отомстить. Стрельба в муниципалитете Вирджинии Бич стала самым массовым убийством в США с ноября 2018 года, когда бывший военнослужащий Ян Лонг убил в Лос-Анджелесском баре 12 человек и затем застрелился.